И в завершении о неудачном способе добиться расположения жены. Супруга 49-летнего гомельчанина давно мечтала о французском бульдоге. Мужчина наконец-таки решился на подарок, но сделал это противоправным способом, украв привязанного поводком пса у крыльца одного из магазинов по улице Свиридова. Заявление о краже собаки породы мопс было подано в конце сентября, а в минувшую субботу похитителя задержали. Мужчина не стал отпираться и, признавшись в краже собаки, пожаловался милиционерам, что сюрприз все равно не удался. Он ошибочно принял мопса за французского бульдога. Теперь у жены есть все шансы узнать о новом сюрпризе – возбуждении уголовного дела в отношении благоверного.